В Уржумском районе зимняя рыбалка закончилась трагедией. ЧП случилось в деревне Дюково в субботу. Двое рыбаков пошли на рыбалку на реку Уржумку. Мужчины находились друг от друга в 700 метрах. Когда один из них решил проведать друга, то увидел только снасти и свежую полынью. Предположительно, еще не окрепший лед не выдержал, рыбак провалился и утонул, сообщается в управлении МЧС. В ведомстве также предупреждают, что выходить на лед можно только, если его толщина не меньше 7 сантиметров. Это касается водоемов, где нет течения, это озера и пруды. К примеру, сегодняшние замеры на пруду в Субботихе показали результат около 20 сантиметров. Значит, здесь безопасно для рыбалки, говорят специалисты. Мы рекомендуем рыбаку, когда он выходит на лед, значит, перед собой проверять лед, значит, пешней, соответственно, там ни в коем случае не ногой. И если лед безопасный, то уже можно вот выходить.